Всем привет! Сегодня 30 декабря, с наступающим Новым годом. Вот решил после работы вырваться на речку, попробовать еще головля половить. Взял печенки. Сегодня попробуем на печень куриную. Попробуем половить на печеночку, что оно покажет нам. Будет сегодня браться голова, не будет, посмотрим. Вот такая красота. Как раз время то, что нужно. Вот. Ну, доедем сейчас до места. Там будем разлаживаться. Еще снимем. На что буду ловить и как буду ловить. Подъезжаем к речке нашей. Вот такая вот красота. Так, ну вот, грузик 50 грамм и отводной поводок с крючком. Вот, спиннинг буду пробовать на донку и на печенку. Вот так вот плетеночка. Так вот это все будет выглядеть. Так, ну вот, один спиннинг уже поставил. Будем пробовать на печень, что она нам покажет. Куриная. Водичка нормально вроде. Упала, вчера прибывала. Вот. Второй спиннинг, грузик поменьше, 30 грамм. То же самое, в принципе. Вот, но 30 грамм, то же самое. Вот. Вот так вот, вот печеночка насадил. Вот. Колокольчик.
спиннинги расставил. Вот. Будем ждать, в общем. Как поклевка, будем дальше снимать. Оба-на, только это и был один удар на него. Уже был один удар. Значит, рыба есть. Значит, я угадал. Но будем ждать. Один поклевка, только один удар был. Так. Подсак приготовил. Второй спиннинг вон поставил ниже. Ну, пока тишина. Вот такая у нас красотища. Завалы. Ну, как раз любимые места рыбы. Так вот. Ну, ждем. Ну вот, ребят. Первая поклевка. Столько времени дождался. Ну вот. Большой товарищ. Мы наденем еще одну печеночку. Мороженое. Надо попробовать это самое разморозить ее, или еще лучше купить не мороженое. Такой вот поводок сантиметров 60. Вот. Печенка. Ну вот. Небольшой, грамм 150 есть. Уже радует. В общем, темно уже, конечно, уже плохо видно, но вот одна поклевка и успешно. Ну, не знаю, сейчас еще немножко постою, может быть, еще что-то будет. Если что-то будет, еще снимем. Ну, все, на сегодня, пожалуй, хватит. Все равно что-то ладненько. Есть. Есть, есть, есть. Вот так вот, ребята. И еще один малыш. Под конец вот домой собрался. Вот такой вот красавец. О! О, падла. Ну все. Все, короче. В общем, вот такая вот снасть, вот такой вот груз, 50 грамм, плетеночка у меня тут, вот, и крючочек. Ну, короче, ловит, вот, поймал второго. Ну, сегодня как бы не особо я, конечно, был настроен просто попробовать. Завтра будет время. Может, завтра приеду по-светлому, чтобы лучше все было видно. Как бы, ну, работает, все клюет. Ну, в общем, смотрите, кому может понравиться. А я буду собираться домой. На сегодня хватит. Всем пока. До новых встреч!